Привет, Страж! Добро пожаловать на канал Triple Vibe. Меня зовут Джонни Лейни. И давай я обрисую тебе такую ситуацию. Проходишь ты такую сюжетку, потом летишь в башню, тебя к себе зовет Завала. Думаешь, о, ну сейчас опять начнет свое. Whether we wanted it or not. А он такой перед тобой выкладывает 3 экзота и говорит, выбирай. И на Ханта предлагает шлем корона червеоболочки. Ну, хороший экзот никто просто так не отдаст, снова с недоверием думаешь ты, но шлем все же берешь, как-никак уровень силы повысит. Инфьюзишь его тут же в любой другой свой шлем и... В эту же минуту теряешь лучший экзот на охотника из дополнения военный разум. Воу, Джонни, точно лучший, не громко ли звучит? Могу громче. Окей, может быть громко. Но ты только посмотри, как он выручает стража в момент близкой смерти. Короче, перк «Огненные души». При уклонении у вас моментально начинает откапливаться здоровье, а небольшой его прирост дается и вовсе сразу же. Что это значит? Ну, для меня, того, кто не оставляет противника недобитым, постоянно норовит затерпеть тонну урона, только бы добить обидчика, это тот самый экзотик. Попали под пули врага в горнило, оборот вокруг оси, и вы уже все, как новенький. Не рассчитали и залезли в толпу мобов, шлем вылечит. Давайте еще раз покажу, как это работает. Вот мы стоим, терпим атаки улья, и вот в момент, когда еще один пущенный залп убил бы меня, я уворачиваюсь за угол и вуаля, я как новый. Выхожу из укрытия и наваливаю каждому гаду, который только что практически видел мое бездыханное тело. В общем, если ваш сет брони никак не хочет настраиваться на то, чтобы уровень восстановления вас устраивал, если вы регулярно замечаете за собой такой грешок, что вовремя отойти не успеваете из-под атак противника, потому что ну вот-вот-вот, я его уже почти перестрелял же, корона червеоболочки – ваш выбор. По крайней мере, как я его надел после получения, так больше и не снимал. Привычка «О, я скоро умру, пора кувырок прожимать» появится у вас очень быстро, а отвыкать от такого как-то не хочется. Так что если вы еще не пробовали носить этот экзот, обязательно присмотритесь. Для меня это оказалось большим, приятным сюрпризом. Ну а на этом все, пойду выбивать остальные экзоты, о которых и вам потом расскажу в следующих видео. Не пропустите их, подпишитесь на канал и пока! Интересно, заверните.